Всем добрый вечер. Проверим нашу связь. Как слышно, как видно. Если хорошо слышно и видно, поставьте в чате плюсики. Вот первые плюсики пошли. Как меня слышно хорошо, видно хорошо? Если видно хорошо, поставьте плюсики. Так, все, вижу, замечательно, уже плюсики стали появляться. Ну что ж, 8 часов, и мы начинаем нашу встречу, на которой вы узнаете о нашем онлайн-проекте, о сути нашего бизнеса, узнаете о том, что нужно делать, как делать, зачем делать, и почему вообще нужно это дело изучить и принять. Ну и для начала, если вдруг будет что-то у нас со связью, плохо слышно или плохо видно, вы мне, пожалуйста, пишите. И очень прошу быть сегодня активными, чтобы я понимала, что вы меня слышите, вы меня понимаете, и нашу активность мы проверим уже с первой минутки. Поставьте, пожалуйста, пятерочки все, кто меня услышал и готов сегодня ближайшие 30-40 минут провести активно, активно разговаривая и общаясь. Есть у нас такие сегодня? Ставим пятерочки, что вы сегодня будете активными, и мы вместе будем беседовать все ближайшие полчаса. Так, вижу, что активность у нас вот появляется, что готовы быть активными, пятерочки стали появляться. Ну что ж, тогда начинаем. Прежде чем рассказать о самом проекте, я, конечно же, представлюсь. Меня зовут Болдырева Алла, я являюсь предпринимателем и, конечно же, сотрудничаю в онлайн-проекте и готова вам тоже рассказать, какие преимущества дает вам наше сотрудничество. И прежде чем приступить к онлайн-проекту, к нашим возможностям, поговорим вообще немножко о нас с вами, о нашей с вами ситуации, о том, что каждый из нас хочет, да, что хочет в жизни получить, чего интересного хочет добиться. У каждого из нас есть свои желания, есть свои мечты, и каждый из нас хочет иметь собственное жилье, хочет иметь благополучную семью и, конечно же, отдых полноценной семьей. Мы хотим, чтобы в нашем доме было уютно, комфортно. Мы хотим, чтобы наши родители, наши дети с удовольствием проводили с нами время и как можно больше. И мне интересно вот об этом, об этой финансовой стабильности, о финансовой свободе и о вот таком комфортном ритме жизни, стиле жизни. Мечтаю только я, или у нас есть еще те, кто тоже мечтает о том, чтобы у него в жизни вот так все хорошо слаживалось, чтобы и работа, и семья, и здоровье, и бизнес, все было хорошо. Если у нас есть сегодня те, у кого мечты с моими совпадают, ставьте плюсики. И вот эта финансовая независимость, финансовая свобода, это красивый стиль жизни, это то, наверное, о чем хочется и мечтается. Хочу об этом только я или есть еще те, кто тоже хочет вот такой уровень жизни? Поставьте плюсики. Вот, я вижу уже активность, что мечты есть, и не одна я только об этом мечтаю. И, как правило, об этом мечтают все люди. Об этом мечтают все взрослые, все дети, да, о красивом, светлом, приятном нашем будущем. И в детстве мы думаем, и уже подрастая, мы думаем о том, что о нас кто-то будет заботиться. Думаем о том, что кто-то нам должен что-то, да, правительство, государство, родители. Возможно, когда-то и было такое время, когда можно было рассчитывать на государство, рассчитывать на то, что у вас будет стабильная работа после учебы, рассчитывать на то, что у вас обязательно будет жилье, об этом тоже было кому позаботиться, но те времена прошли, и сейчас только от нас с вами зависит, какое будет наше будущее, каким, сможем ли мы сделать свои мечты реальностью, но что происходит на самом деле? Проходят дни, недели, года,
И мы видим то, что на самом деле наши мечты достаточно потихонечку, но уверенно рушатся. И жилье у нас уже, как правило, не свое, а чаще всего какое-нибудь съемное. И дети отдыхают у нас, и летом мы проводим, как правило, не на берегу озера, а во дворе. И, конечно же, из-за постоянной нехватки денег, это и конфликты дома, в семье, это и работа, которую мы не особо любим, но в то же время мы туда ходим, потому что там нам платят деньги. Это общественный транспорт вместо комфортного автомобиля, это жизнь от зарплаты к зарплате, это бесконечные кредиты, это бесконечные скандалы, которые тоже, опять же, связаны с финансами. И что в итоге? В итоге мы приходим к пенсии. К пенсии, которая, знаете, здесь на слайде, конечно, написано 150 условных единиц, но, как показывает практика, это все меньше и меньше. Уже наши пенсионеры не получают такую сумму пенсии, а, как правило, даже наполовину меньше. И лучше не станет. Вот такая реальность. К этому ли вы стремитесь в жизни? Вот скажите мне, есть те, кто хотел бы иметь такой стиль жизни, которым я показала? Вот эти бесконечные картиночки, да, бесконечные неприятные сцены. Я думаю, что таких людей у нас сегодня нет, поэтому мы здесь с вами и собрались, чтобы сделать нашу жизнь не такой, как она получается, чтобы наша жизнь оставалась такой, как мы ее планируем, такой, как мы ее хотим. Можно жить вот так красиво, да? И, знаете, я раньше думала, что вот такая жизнь, она не для меня, а она для каких-то людей особенных. Что я так не смогу жить, что для меня это невозможно. Есть сегодня те, кто меня понимает, поставьте единички, циферку один, если вы понимаете, о чем я говорю, что вот эта красивая жизнь, она есть, но я считала, что она для меня невозможна. Есть сегодня такие, кто понимает, о чем я говорю, что это все красиво, это все хочется, но я понимала, что так как я работала, нашего проекта до территории роста. Я работала учителем в школе, и я понимала, что это красиво, это здорово, это правильно, это интересно, но я понимала, что это невозможно для меня, что так живут избранные, что так живут особенные люди. И я хочу сказать, что каждый, кто так считает, вы правы. Действительно, когда мы говорим «невозможно», мы сами ставим стопор у себя в голове. А когда мы начинаем думать, как мне это получить, наш мозг начинает работать. И я скажу, что вот этот стиль жизни, эти красивые картинки, они могут быть вашей жизнью, если вы начнете думать, как мне это получить. Как только я заменила слово «невозможно» в своей голове на вопрос, как мне это получить, стали появляться ответы, стали появляться варианты. Для всего, для всей этой красивой жизни, как вы думаете, что нужно для того, чтобы ваша жизнь была та, о которой вы мечтаете? Какой главный компонент должен быть в вашей жизни, чтобы ваши мечты стали исполняться? Без чего они не станут исполняться? Чего не хватает? Здоровья, любви, денег, отношений. Может быть, личностного роста, чего не хватает в вашей жизни, чтобы она стала такой, о какой вы мечтаете. Вот кто смелый, напишите, что нужно добавить в вашу жизнь, чтобы она стала яркой, насыщенной, полноценной. Какой элемент? Действие. Ну, действие мы все работаем. Все что-то делаем, даже когда мы просто спим, это тоже действие, поэтому действий мы совершаем очень много, но главное, чтобы они были правильные. Я скажу, что все, чего не хватает, вкладывается в одно слово – деньги. Вот кто со мной согласен, поставьте плюсики, что именно деньги решают вопрос того, какой у вас стиль жизни. Именно деньги решают, какой образ жизни вы ведете, какое ваше здоровье, какой ваш отдых, какое ваше питание, какие вы подарки платите, если вы покупаете своим близким и родным, какое обучение даете детям, все упирается в одно простое слово – деньги. Вы со мной согласны?
поставьте знаки плюсики, что вы согласны со мной, что ваши мечты действительно всего лишь какая-то определенная сумма денег. Если это так, то активно ставим плюсики, что если добавить в вашу жизнь денег, то она, конечно же, станет более яркой и такой, как вы хотите. Так вот, вопрос в том, что эти деньги нужно заработать. Зарабатывать их можно разным способом. И Роберт Киосаки, которого мы только что видели, в своей книге «Богатый папа, бедный папа» рассказывает о денежном квадранте. Все мы с вами зарабатываем на свою жизнь, на свои мечты. Кто-то просто на жизнь, а кто-то и на мечты. Мы зарабатываем деньги. Зарабатывать их можно четырьмя способами. Это четыре квадратика, четыре квадранта. Первый – это наемные рабочие. Это тот, кто работает на госработе, либо у частного предпринимателя. Есть вторая половиночка, буква «С». Это сами на себя. Это малый бизнес. Это предприниматели, которые немножечко больше подсобирали денег или больше рискнули и открыли свое собственное дело. Здесь, конечно, больше денег можно заработать, но и рисков гораздо больше. Есть квадрат «Б», квадрат бизнеса. Это когда у вас не одна точка, не один магазин, а когда у вас есть несколько филиалов, вы руководите этим, да? Это сеть. Ну, например, у нас есть сеть магазинов «Евроопт», есть сеть «Макдональдс», есть сеть салонов «МТС». То есть это сеть, это бизнес не одна точка, а это сеть. И есть квадрат инвесторов. Особенность этого квадрата – это когда деньги работают уже на вас. Не вы на то, чтобы заработать деньги, а деньги работают на вас. Это инвестиции. Вот сейчас поставьте, пожалуйста, ту букву, в каком квадрате вы находитесь. В каком квадратике? R, S, B, I. Вот в каком находитесь, такую буквочку поставьте, чтобы я тоже видела, о чем разговаривать и что вам дальше рассказать. Может быть, вы уже в инвесторах, я пока не знаю. Поэтому хочу узнать, кто у нас сегодня присутствует. Значит, буквочки R, S, B, I. Так, я вижу, квадрат R есть. Я тоже работала в квадрате R. И большинство моих знакомых до сих пор находятся в квадрате наемного труда. Но есть уже те, кто, конечно, стали работать сами на себя. Так. Я вижу, что у нас первый квадратик есть, и больше всего именно первого квадрата. Прекрасно, прекрасно, что вы сегодня здесь, потому что вы узнаете о том, как из левой половинки перейти в правую. Вот, Диана пишет, что она и в R, и в B. Замечательно, R и B. А вот вопрос такой, следующий. А в какой бы хотелось находиться? Какой буквочке хотелось, только честно. Я хотела находиться, конечно же, в букве И, инвестор, чтобы уже можно было заниматься тем, что нравится, чтобы заниматься тем делом, которое приносит удовольствие. Поэтому напишите честно, в какой квадратик хотелось бы попасть? Квадрат бизнеса, квадрат инвесторов, потому что в каждом квадрате из этих есть свобода. Да? Квадрат Б. Квадрат И. Действительно, квадрат бизнеса и квадрат инвестиций – это те квадраты, которые позволят нашим мечтам стать реальностью. Это те квадратики, которые позволят нам осуществить наши мечты, мечты наших детей, мечты наших родителей. И когда я работала в школе преподавателем, у меня, я услышала эту теорию, но, честно сказать, у меня не было плана, как перейти из моего квадрата R в квадрат B или даже I. Я вообще об этом не знала. Если есть у нас сегодня такие, как я, кто не знает, поставьте тоже плюсик. Вот те, кто не знает, как перейти из своего квадрата или боится даже, нет четкого плана, как перейти из квадрата R, S в квадрат B, I. Вот есть те, кто не знает, как это сделать. У меня стоял вопрос о том, что для этого нужны большие деньги. Чтобы открыть просто одно дело, это уже порядка 20 тысяч долларов. А чтобы бизнес, об этом я даже вообще и думать боялась, потому что это огромные деньги. Огромные.
Но я знала, что только те люди, которые находятся в квадрате бизнес, в квадрате инвестора, могут жить той другой жизнью, красивой жизнью, которой я мечтала, но боялась даже представить себе, что это может быть. Поэтому мы приглашаем вас, даем вам очень классную идею, идею онлайн-бизнеса, бизнес-проект «Территория роста». Это ваш собственный бизнес. Но не просто, что сами вошли и думаете, с чего начать, что сделать, как товар закупить, где еще какие-то рынки сбыта найти. Это онлайн-бизнес. Почему именно онлайн? Сейчас многие люди все больше и больше подключаются к интернету. Количество интернет-пользователей растет с каждым днем. И подтверждение тому, что вы тоже сегодня здесь, и вы тоже находитесь в интернете. Что можно делать в интернете? Какие можно совершать действия? Почему очень выгодно сейчас иметь доступ к интернету? Конечно же, это возможность оплачивать все возможные услуги. Не нужно идти ни в банк, ни на почту, не думать о том, в какие очереди вам предстоит стоять. Это очень удобно в один клик оплачивать ваши услуги. Это очень удобно, потому что через интернет можно играть. Когда у вас очень много свободного времени, можно играть. Конечно же, есть различные игры. Вот, есть те, кто разводит хозяйство, есть те, кто занимается рыбной ловлей. Вот, можно через интернет общаться. Общаться с друзьями, с близкими, с родственниками, которые находятся в другой стране, которые находятся в другом городе. Вам не нужно ехать, тратить время на дорогу, тратить деньги на дорогу. Вы можете в интернете спокойно через скайп пообщаться, увидеть друг друга, передать привет и рассказать о событиях в своей жизни. И более того, через интернет даже совершаются браки. Даже люди знакомятся, а потом уже спустя полгода, год встречаются и продолжают уже семейную жизнь. Поэтому интернет вошел очень плотно в нашу жизнь. А можно в интернете еще и зарабатывать. Сейчас очень сильно развивается направление интернет-магазина. Все больше и больше бизнесменов, людей, которые ведут свой собственный бизнес, открывают филиалы интернет-магазинов. Мы сегодня с вами можем зайти в магазин, обычный магазин, например, пятого элемента, а можем зайти в магазин интернет. Мы можем покупать одежду в магазине на наших торговых центрах, а можем зайти в интернет и приобрести там все, что нам нужно. И мы можем найти в интернет-магазинах все, начиная от маленькой булавочки, заканчивая продуктами питания. Есть у нас те, кто пользовался хоть раз интернет-продуктом, интернет-магазином, заказывал хоть что-нибудь через интернет. Вот если есть такие, покажитесь мне, поставьте плюсики, что вы знаете, что такое интернет-магазин, что вы уже пробовали что-то для себя заказать через интернет-магазин и получили этот продукт, и получили экономию времени. Я вижу, вот Инна пользуется интернет-магазинами. Получили экономию времени, получили экономию денег. Интернет-магазины набирают все больше и больше оборот. Все больше и больше товарооборот товара проходит через интернет-магазин. И вы видите на слайде перспективу, то есть прогноз, что же будет в 2016-2017, как дальше будет расти это направление. Ну и мы, конечно же, не исключение. Мы тоже идем в ногу со временем. Мы тоже используем интернет-магазины. Это выгодно. Это выгодно и клиентам, потому что экономит время, деньги, экономит их финансы и их время, как я уже говорила. Выгодно и производителям, потому что неограниченный круг клиентов. Не нужно ограничиваться только своим городом, не нужно ограничиваться только своей даже страной. Вы можете выходить на международные рынки. И вот именно это направление, именно направление интернет-магазинов мы вам и предлагаем. Мы предлагаем вам в нашем онлайн-проекте «Территория роста» стать руководителем своего интернет-магазина. Может быть, для кого-то покажется вначале непонятным. И так должно быть. Непонятным, что делать, с чего браться,
как начинать и вообще, что это такое, я хочу вас обрадовать. Вы попадаете в очень дружную, в очень сильную команду предпринимателей. Предпринимателей, которые вам расскажут, раскроют секреты все, обучат всем навыкам успешного руководства филиалами интернет-магазина. Вы видите нашу яркую, такую сильную, мощную компанию, команду. Вы видите, насколько здесь разные люди, разные возраста. Есть мужчины, есть женщины. Именно эта команда предпринимателей, успешных предпринимателей, развивает бизнес в онлайн-проекте. И вы можете стать одним из нас. Вы можете стать частью вот этой дружной, успешной, яркой, амбициозной команды. Что мы можем вам предложить? Мы можем вам предложить бизнес в ноутбуке. Что это значит? Это значит, что вам стоит только иметь при себе интернет, иметь при себе ноутбук, и все. И ваш бизнес уже с вами. Вы можете ехать на море отдыхать. Ну, допустим, для тех, кто еще не может себе этого позволить, вы можете ехать отдыхать на любое озеро и брать с собой интернет, и брать с собой ноутбук и быть уже в своем бизнесе. Вы можете ехать отдыхать за границу, вы можете ехать путешествовать в турне, вы можете ехать в тур по Европе, вы можете ехать в гости к своим близким, друзьям, знакомым и брать с собой ноутбук и интернет, и бизнес уже с вами. Это очень здорово. Мы предлагаем вам не только сильную команду, мы предлагаем вам сильную поддержку, очень сильную поддержку. Вы сможете иметь личностный рост, расти на наших обучающих встречах, которые абсолютно бесплатны. Конечно же, можете вместе с нами путешествовать по миру. Можете посещать красивые корпоративные мероприятия. Можете заниматься благотворительностью. Только великие люди, великие компании могут себе позволить участвовать в благотворительности. И вы тоже сможете это делать. Вы можете заводить новых друзей, новые знакомства. Вы можете помогать близким. Вы можете путешествовать не только сами, но и брать своих родных с собой в путешествие. Вы можете передавать бизнес по наследству. И самое главное, наверное, самое важное, что было для меня, и я думаю, что для вас это тоже не менее важно, это то, что вы получите свободу. Мы предлагаем вам свободу. А для чего она нужна? Чтобы вы могли больше времени проводить с семьей, с детьми, со своим хобби. Только бизнес, только квадрат бизнеса дает такую возможность. Возможность свободы выбора. Что вам делать, чем вам заниматься. Все это мы можем дать по одной простой причине, что нашим партнером является очень сильный, очень мощный партнер у нас. Это компания с мировым именем. Это компания Oriflame. Это компания, которая уже почти 50 лет идет на мировом рынке. Вначале, когда я узнала только о компании Oriflame, я думала, что это каталоги, это косметика и это консультанты. Есть сегодня те, кто так думает. Поставьте двоечки в чате у нас, кто считает или считал, когда только узнал, что есть такая компания, что это каталоги, это консультанты и это продукция. Вот у кого такое же мнение? Поставьте двоечки в чате, что вы также считали, возможно, до сих пор считаете, да, если кто-то сегодня у нас впервые на встрече, что компания Oriflame – это каталоги, это консультанты, это просто косметика. Вот я точно так же считала. Я тоже думала, что вот это все, вот все, что я знала о компании, вот вы видите на этом слайде. На самом же деле, что собой представляет компания? Это очень сильный партнер. Это 62 страны. Это, конечно же, как я уже говорила, практически 50 лет на международном рынке. Это годовой оборот нашей компании насчитывает более 1 миллиарда евро. Компания, с которой мы сотрудничаем, которая является нашим партнером, это компания-миллиардер.
ассортимент более 1000 наименований. Причем каждые 3 недели у нас идут новиночки 30-40. Почему мы можем себе это позволить? Почему компания может себе это позволить? Потому что имеет собственный научно-исследовательский центр. Потому что имеет собственных 5 заводов. Потому что имеет собственный институт исследования кожи. И более того, я скажу, что сегодня ведутся разработки тех продуктов, которые мы с вами увидим только через 3-5 лет. Насколько вперед идет наша компания, насколько вперед она видит тенденции рынка. Конечно же, Oriflame представлена на бирже в Лондоне и Стокгольме. Она является соучредителем детского фонда, занимается благотворительностью. И в нашей Беларуси в том числе идет очень сильная поддержка нашим белорусским детским домам и нашим соцдеревням. Ну и наша продукция – это особая гордость, это натуральные компоненты, натуральные ингредиенты, которые никогда не тестировались и не будут тестироваться на животных. Наша компания, наш партнер, да, компания Oriflame является не просто компанией, которая пришла и работает на рынке Белоруссии. Эта компания известная, это компания бренд номер один. Уже 10 лет компания работает официально в Беларуси. 10 лет компания Oriflame на нашем с вами рынке белорусском. И начиная с 2005 года, каждый год в номинации «Выбор года» мы берем первое место. Первое место. Вы видите слева фотографию, это наш генеральный директор Екатерина Мамедова с наградой. Конкурс, который проходил у нас, конкурс-фестиваль международный. И снова компания Oriflame берет первое место. Продукция. Продукция, которую представляет Oriflame, она тоже имеет большое количество наград. Я их не буду вам перечислять, вы прекрасно все сами видите, вы можете найти о всех наших продуктах в интернете. Это люксовые продукты, это брендовые продукты. Это продукты, которые имеют запатентованные формулы. Более 20 формул, более 20 патентов. Это продукция, которая не только делает нас красивыми, но делает нас здоровыми, что очень важно. И тоже имеет особые сертификаты. Посмотрите, какое количество сертификатов имеет продукция для здоровья. Это витамины для взрослых, для детей. И, конечно же, самый важный стандарт GMP. Я скажу, что я об этом стандарте вообще ничего не знала, пока не познакомилась с продукцией Oriflame. Я вообще не знала, что он есть. Кто точно так же, как я, не знал, что есть такой сертификат? Вот поставьте плюсик. Кто не знал до компании Oriflame, что есть такой сертификат GMP, стандарт, что есть такой стандарт GMP. Вот кто не знал, поставьте плюсы. Я не знала. И просто причина одна, потому что у нас таких продуктов нет. В наших аптеках нет продукции со стандартом GMP, представляете? Насколько это высокий стандарт, вплоть до того, что все измерения, вот одежда, в которой работают сотрудники, помещение, где производятся витамины, помещение, где производятся даже коробочки, для упаковочки для этих витаминов, даже количество частичек в воздухе мелких тоже определенным прибором измеряется, и оно не должно превышать нужных стандартов. Представляете, насколько жесточайший сертификат. Насколько сложнейший сертификат. И наша компания, компания Oriflame, имеет этот сертификат. И подтверждение тому, что нашу продукцию все больше и больше узнают, все больше и больше ее ценят, мы стали обладателями замечательной награды, стали лауреатами. Есть такая премия здорового питания. Эта премия дается продуктам питания, витаминам, и компания Oriflame признана лучшей компанией по производству витаминов. Представляете, лучшей компанией по производству витаминов. И мы с вами имеем возможность пользоваться этой продукцией, имеем возможность приобретать ее, не нужно ехать ни в какие другие страны. Она есть у нас здесь, и это лучшее,
что есть на сегодняшний день вообще во всем мире. Наши мероприятия, мероприятия, которые проводит, скажем, наш партнер, компания Reclaim, они тоже отмечены особой наградой, как лучшее мероприятие за организацию, за проведение, за масштабность. Те конференции, которые делает компания для нас с вами, они тоже лучшие, и это признано во всем мире. Лучшие мероприятия. Вот это лучшее поощрение, которое лучшее признание, которое мы с вами можем получить. И это не все. У компании есть дополнительные премии. У меня на работе, когда я работала, тоже были премии. Это были премии, которые равнялись там одной базовой, двум базовым величинам. Посмотрите, какие премии предлагает компания Reclaim. 1000, 2, 3, даже $1 000 000 возможность. Есть возможность получить такую премию. И в компании Reclaim уже появились люди, которые стали миллионерами. А компании, заметьте, всего лишь 50 лет. Но уже более чем 250 партнеров, которые пришли в компанию, поверили в себя, поверили в возможности, стали действовать и стали долларовыми миллионерами. Я думаю, что сегодня в нашей вебинарной комнате есть тоже те, кто точно смогут войти в число этих миллионеров и получить свой $1 000 000. Есть у нас те, кто хотел бы получить эту премию? Поставьте, пожалуйста, пятерочки в чате, что желание такое есть. И это возможно, да, потому что мы с вами работаем в компании Reclaim, потому что наш партнер, с которым мы сотрудничаем, вот, я вижу, что не одна я хочу стать долларовым миллионером, да, но до компании Reclaim я не знала, как это сделать. Я считала, что это невозможно. Но когда вы допускаете мысль о том, как мне это сделать, сразу невозможное становится возможным. Сразу наш мозг начинает работать. И наш партнер, компания Reclaim, дает возможность получить то, что мы хотим. Именно поэтому мы предлагаем вам в нашем онлайн-проекте все вот эти привилегии. Именно для вас. Именно вы сможете путешествовать, именно вы сможете дарить своим близким те подарки, которые действительно они достойны. Именно вы сможете иметь свободу времени, свободу проведения с детьми, с родителями, путешествовать, хобби. Именно у вас это будет. Именно это вы сможете получить, сотрудничая с нами. Но сразу возникает вопрос, а что делать? Хорошо, хочу, вижу, что есть. Те, кто, как и я, хотят быть успешными. А что делать? Три простых действия. Обучаться, пользоваться продукцией и приглашать людей. У меня вопрос к тем, кто хочет улучшить свое материальное положение, тот, кто хочет изменить свой стиль жизни и войти в количество, в то число долларовых миллионеров, которое сейчас все больше и больше растет в компании, у меня к вам вопрос. Можете ли вы осилить первый пункт? Если можете, ставьте единичку. Осилите ли вы первый пункт посещать обучение? Сможете ли вы уделить время тому, чтобы обучиться, как вести свой интернет-магазин, как работать в интернет-магазине, как делать его успешным? Найдется ли у вас время для обучения? Если у вас это время найдется, ставьте единичку, что я смогу его найти, я справлюсь. И здесь мне на ум приходят сразу слова японских, там, китайских, да, мудрецов, которые сказали, если у вас нет свободного времени, найдите себе любимое дело, и у вас появится свободное время. Найдите любимое дело. Мы с вами определились, что с первым пунктом, что делать, мы справимся. Теперь второй пункт. Пользоваться продукцией. Насколько продукция качественная и насколько она уникальна, я вам рассказала. Еще у нас проходят обучающие встречи, где мы более подробно рассказываем о нашем ассортименте. Что нужно сделать? Как можно пользоваться продукцией? Мы же с вами все равно мылись, моемся и будем мыться. Только продукцию мы покупали где? Ну, где придется, наверное, правда? Кто-то в магазине, кто-то в киоске, кто-то в бутике,
кто-то заказывал в качестве подарка своим близким. Стоит сделать выбор. Поменять обычный магазин на интернет-магазин. Почему вам это выгодно? Вы видите, первая и самая большая выгода – это дешевле. Дешевле покупать в интернет-магазине на 20%. Хорошенькая скидочка, я скажу вам, потому что не все даже дисконтные карты, которые есть, предлагают такие скидки, в основном 5-7%. В интернет-магазине компании Oriflame вы сможете у себя в своем интернет-магазине покупать на 20% дешевле, имея гарантию, имея ассортимент и, знаете, что самое важное, имея доход. Потому что от товарооборота, сделанного вашим интернет-магазином, компания будет платить вам процент. Не разница между клиентской ценой и вашей, а именно от товарооборота вашего магазина. И если вы купили для себя шампунь и гель в своем магазине, компания еще и вам назад вернет процент от сделанной вами покупки. Это здорово. И при первом же сотрудничестве, сразу же после регистрации вашего интернет-магазина, после регистрации в нашем проекте у вас появляется огромная выгода и 20% скидки, и преимущество приветственной программы. И если будете делать большие заказы, еще дополнительные выплаты 300, 500, 700, 800, миллион, 4 миллиона дополнительных, это не те деньги, которые вы имеете от продаж, работая с каталогами. Нет, это те деньги, которые вы можете получить дополнительно от компании Oriflame. Ну и возникает вопрос, кто у нас справится со вторым заданием? Кто научится приобретать себе продукцию через интернет? Ставьте двоечки, что с этим мы тоже с вами справимся. Что этот навык мы тоже сможем осилить. Есть те, кто знает, что он осилит, все ему будет это покорено, да, то есть два первых пункта, получается, мы уже с вами сделали. Все, я вижу, уже у нас с вами больше, чем 70% шагов к успеху сделано. Остается третий пункт – приглашать людей. Теперь нужно решить, как справиться с этим пунктом, да, что с ним сделать, чтобы у нас уже все навыки и умения, которые нужны, были при нас. Для чего нужен третий пункт? Дело в том, что суть любого бизнеса, а именно о бизнесе мы с вами и говорим, потому что именно в этом квадрате есть деньги, есть время и есть наши мечты. Любой бизнес, он зависит от товарооборота. Чем больше товарооборот, тем более выгодный бизнес. Тем более он более крутой, более мощный. Есть два способа создать товарооборот. Значит, люди нам нужны в нашем интернет-магазине именно для того, чтобы создать товарооборот. И здесь два способа. Первый – это личные рекомендации. Здесь есть свои плюсы, есть минусы. Плюсы какие? Плюсы в том, что деньги можно получить быстро. Показали, порекомендовали, у вас сделали заказ, вы уже имеете деньги. Это легко. Это престижно рекомендовать продукцию, которая высокого качества и по достойной цене. Продукцию, которая имеет огромное число сертификатов, которая лучшая, причем компания Oriflame первая во многих аспектах. Первая, кто ввела на косметический рынок румяна в шариках. Первая, кто ввела на косметический рынок такие кремы, в которых содержатся экстракты стволовых клеток. А сейчас серия Novage – это первые, мы первые, кто вообще такой продукт представил, 7 лет разработок. Даже сам процесс исследования, который проводился, он запатентован, никакая другая компания не может его повторить. Значит, это продукт, которого нету ни в одной из компаний. И это продукт, который прошел клинические исследования, это очень круто, это очень здорово. Есть, конечно же, и минусы в таком способе создания товарооборота. Это доход небольшой, и если вы не работаете, то и не зарабатываете. Если вы уехали отдыхать, если вы решили сделать себе отпуск, то все, доход закончился. Поэтому такой способ, он классный именно для тех, кому нужны быстрые деньги, кому нужны деньги сейчас и здесь.
Есть второй способ товарооборота, который мне нравится больше и который я сейчас вам расскажу. Это товарооборот, который мы создаем в нашем интернет-магазине. Не только покупая сами, а что делаем? Приглашаем в наш интернет-магазин. Как мы это с вами делаем? В среднем одна семья тратит на косметические продукты, ну, примерно 250 тысяч. Кто-то может 300, кто-то может 500, но мы взяли такую минимальную планочку. Это сумма, которая уходит на пасты, гели, шампуни, крем, туалетная водичка, возможно. В общем, те средства, которые есть в каждой семье. Порядка 250 тысяч сейчас в среднем позволяет себе белорусская семья. Наша задача найти 5 человек среди своего окружения, знакомых, которые хотят иметь 20% скидки на такие косметические продукты и при этом еще зарабатывать деньги. И пригласить их в наш интернет-магазин. Если у вас есть такие знакомые, они есть у каждого, значит, наша задача сделать им предложение, выгодное предложение, и пригласить в наш интернет-магазин всего лишь 5 знакомых. Что мы делаем дальше? Мы им рассказываем о том, что они точно так же, как и мы, имеют право приглашать своих знакомых в интернет-магазин. И каждый из них, приглашая своих 5 знакомых, предлагая им пользоваться выгодно, дополнительно тоже создает товарооборот интернет-магазина, каждый своего и вашего в том числе. И посмотрите, у нас получилось 31 человек, который решил, что хочет экономить свои деньги и хочет при этом зарабатывать. Получается, что товарооборот нашего с вами магазина будет 7 750 000. И дальше мы, рассказывая своим знакомым о том, что они могут это все повторять, и при этом каждый раз создавая такой товарооборот, компания платит нам деньги. Но те суммы, которые были на предыдущих слайдах, я не стала их вам рисовать, потому что они не позволят вам ваши мечты сделать реальностью. Я стала писать только те суммы, которые достойны вас и которые позволят вам воплотить ваши желания. Это, посмотрите, это 156 человек, которые просто будут покупать для себя продукцию. Просто в интернет-магазине. Просто получая 20% скидки, получая подарки, получая свои вознаграждения от компании. Ваш доход за то, что вы организовали такой интернет-магазин, будет 10 миллионов белорусских рублей. Это 22% компания вам возвращает. У меня вопрос сегодня к вам. Конкурентоспособная ли эта зарплата у нас в Витебске? Есть те, кто хочет получать каждый месяц 10 миллионов. Поставьте, пожалуйста, вот плюсики, если эта зарплата действительно вас устраивает. Если такая сумма сейчас вам была бы по душе, чтобы у вас каждый месяц было 10 миллионов. Есть у нас те, кому такая сумма была бы хороша. Есть те, кто считает, что это конкурентоспособная сумма, что это достаточно хорошая зарплата для нашего Витебска, Минска, Бреста, Белоруссии для нашей. Конкурентоспособная и даже, я бы сказала, выше, чем конкурентоспособная. Это зарплата, которая действительно позволит вам тот уровень дохода, в общем-то, стиль жизни, которым уже приблизится к вашей мечте. Но цель нашего интернет-проекта, цель нашего проекта «Территория роста» не просто, чтобы вы сами пришли и заработали. Цель нашего проекта, чтобы вы помогли вашим знакомым зарабатывать такие деньги. И если ваши 5 знакомых придут и будут с вами сотрудничать, кроме того, что у вас будет 10 миллионов, кроме того, что вы сразу получаете еще дополнительную премию в 1000 долларов, что у вас присваивается звание директор и компания Reflame. И, конечно же, это банкет директоров, куда вас приглашают, чествуют, поздравляют. Это все будет вам. Но, как я уже сказала, классно, когда вы помогаете своим людям стать успешными. Так вот, если вы поможете своим 5 знакомым стать директорами, если у вас есть 5 людей, которые хотят просто
покупать себе дешевле, при этом зарабатывая 10 миллионов, здорово. Напишите мне, пожалуйста, в чате, поставьте, вот там плюсики были, а сейчас поставьте циферку 5 тем, кто считает, что у него есть знакомые, которые хотят быть чистыми, мыться и при этом получать еще 10 миллионов. Есть у вас, вы сами хотите, вот поставьте плюсики, кто хочет пользоваться косметикой и получать при этом 10 миллионов. Это же здорово, вы просто покупаете для себя, вы просто пользуетесь высококачественным продуктом и при этом получаете 10 миллионов. Вы и то мы с вами посчитали, если покупать косметику. А если мы с вами добавим еще сюда продукты для здоровья, это витамины, это омега-3, это коктейли, то, что является правильным питанием, то эта сумма будет выше, я вам гарантирую. Так вот, что вы получите, если ваши люди станут директорами? Вы получите в 5 раз больше. Вы получите премиями 10,5 тысяч долларов премии. Вы получите не только банкет директоров, а еще и конференцию. Только за то, вот подумайте сами, только за то, что вы поможете 5 своим знакомым улучшить свой уровень жизни. За то, что вы 5 своим знакомым дадите возможность мыться качественной продукцией, пользоваться качественной косметикой и получать 10 миллионов белорусских рублей каждый месяц. Представляете, как это здорово! Если мы возьмем обычный бизнес, там наоборот друг другу люди не помогают. Если моя палаточка, если мой магазин приносит большой доход, я никогда не расскажу своим близким, конкурентам, друзьям, подругам о том, что нужно делать, потому что для меня это сразу будет катастрофа. А здесь, посмотрите, какой у нас классный с вами партнер, компания Reflame. Все продумала так, чтобы нам хотелось помочь нашим близким, чтобы каждый наш знакомый улучшал свой стиль жизни, улучшал свои финансы, улучшал свой образ жизни, помогал себе и своим близким. И при этом мы с вами тоже получаем от компании достойное вознаграждение. Что же может помешать вам быть успешными с компанией Reflame? Действия простые. Пользоваться, посещать обучение, пользоваться продукцией и приглашать знакомых. Под чутким сопровождением сильной, успешной, растущей команды наш проект «Территория роста» с ноября месяца запущен, а уже есть высокие результаты, уже есть менеджеры, старшие менеджеры. Это доход 2-5 миллионов, от 2 до 5 миллионов дополнительно всего лишь за 3 месяца сотрудничества в онлайн-проекте. Напишите мне, смелые, кто активный, что может помешать вам и быть успешным в компании Reflame. Может быть, вы уже предлагали своим знакомым, и они вам говорили, что почему они не хотят, почему они не хотят с вами сотрудничать, что им мешает. Может быть, вы уже услышали от них, почему люди не хотят сотрудничать с компанией и не хотят быть успешными. Есть варианты, которые вам говорили в ответ на то, что вы предлагали людям быть успешными? Есть ли какие-то отговорки или возражения, с которыми вы встречались, либо которые вам не дают быть? Я с компанией знакома более 10 лет. Первые 4 года я просто пользовалась для себя. Вот Диана пишет, кто-то говорит лень, кто-то говорит нет времени. Я пользовалась для себя, и я говорила, что у меня нет времени, у меня маленький ребенок, потому что дочка еще ходила в садик, и мне надо было ей уделять время. Я говорила, что, в общем-то, у меня не получится, вот прям то, что Диана пишет, такие же мысли и у меня были. Возможно, кто-то сейчас точно так, находясь в нашей комнате, думает о том, что не получится, это сложно, нет времени, не мое. Да, можно встретить много разных отговорок. Нет знаний, нет знакомых, нет времени. У меня маленький ребенок, я не могу. У меня 2 маленьких, 3 маленьких ребенка. У меня 2 работы, у меня 3 работы. Знаете, встречаем мы такие возражения. И сама я точно так же говорила,
И точно такой же была. Но я вам скажу больше, что есть люди, которые считают, что они знают больше, что они умеют сами все, в общем, выяснять, узнавать, да, и делать выводы. Но я прислушалась к тем, не просто сама решила, вот так, как здесь на баночке написано «растворяет жиры», значит, можно пользоваться, да, а я услышала, не просто прочитала, где-то ее услышала, а я решила пообщаться с успешными людьми, посмотреть на успешных людей и только тогда сделать вывод. Так вот сейчас вы видите тех людей, которые именно, знаете, как я скажу, если бы у них было время, если бы у них были деньги, если бы они путешествовали, если бы у них было много знакомых и хобби, я скажу, что они бы здесь не были. Не было бы этих фотографий, не было бы этих чеков, не было бы этих премий, если бы у этих людей было время, были деньги, были путешествия. Именно потому, что они хотели иметь время, именно потому, что они хотели иметь возможность путешествовать, именно потому, что они хотели иметь знания, расти личностно, именно поэтому они здесь. И если вам говорят, что у меня нет времени, скажите человеку, что именно поэтому я к тебе и обращаюсь. Я хочу, чтобы у тебя появилось больше времени для себя и семьи. Если вам говорят, это не мое, вы ответьте, именно поэтому я к тебе и обращаюсь. Что именно так я считала тоже, что это не мое, но именно изучив это и сделав, и увидев, я поняла, что мое жить красиво, мое получать красивые чеки, мое красивые наряды выгуливать, мое воплощать свои мечты в цель, в жизнь. Вот и спросите, что значит не мое? Не твое жить достойно? Не твое жить красиво? Мое. Именно мое нужно всегда себе говорить. Если вам говорят, что у них маленькие детки, так и говорите. Именно потому, что у тебя маленькие детки. У меня их трое. И именно поэтому я в компании. Именно поэтому я в проекте. Именно поэтому я здесь и развиваю свою команду и обучаюсь дальше. Именно поэтому я хочу изменить свой стиль жизни. Именно поэтому я хочу осуществить мечты не только моей, но и всей моей команды. Именно поэтому. И если бы когда-то Елена и Денис решили, что это не их, что у них нет времени, что у них маленький ребенок, что у них нет знакомых, что у них не получится, если бы когда-то они так сказали, нас бы с вами здесь не было. Не было бы вот этого успеха, не было бы красной дорожки, не было бы топ-1 Витебска, Витебского региона, не было бы топ-7 Белоруссии. Представляете, в какой сильной команде мы с вами находимся, в какую сильную команду мы приглашаем своих знакомых, мы приглашаем тех, кто еще не с нами, кто сегодня впервые на нашей встрече. Именно в эту команду сильных, успешных, ярких, динамичных мы вас приглашаем. Именно мы предлагаем вам нашу помощь. Вы сможете быть успешными, вы сможете реализовать свои мечты, и точно, раз мы смогли, то точно сможете и вы. Раз это получилось у всех нас, таких разных, то получится и у вас. Только от вас зависит, насколько насыщенной будет ваша жизнь. Только от вас зависит, каким будет ваше завтра. Поэтому наш проект онлайн «Территория роста» предназначен для энергичных людей, для тех, кого что-то сейчас не устраивает, для тех, у кого нет времени, для тех, у кого есть дети, для тех, у кого есть родители, для тех, кто считает, что он достоин лучшего, именно для вас наш проект. Именно в нем вы сможете осуществить все, о чем мечтаете. Именно здесь. Именно с нами вы сможете быть успешным. Вы сможете стать частью вот такой красивой, большой, яркой, дружной команды, выполняя три простых действия. Посещая обучение,
пользуясь продукцией и приглашая своих знакомых, при этом имея сильную поддержку вот такой огромной, дружной команды. Для тех, кто принял решение, конечно же, обратитесь к тем людям, которые вас сегодня пригласили. Они помогут вам успешно стартовать. Они смогут дать и рассказать вам все, что нужно вам, чтобы начать этот простой, прибыльный, приятный, перспективный бизнес. А я желаю вам только успехов, идти только вперед, не оглядываться на то, что было, не оглядываться по сторонам, не слушать советы своих доброжелателей, а идти вперед, идти к своей мечте. Быть успешным, быть успешным. Желаю вам принять верное, правильное решение. Ну и, конечно же, добро пожаловать в онлайн-проект «Территория роста». Если у вас есть ко мне вопросы, задавайте. Я вам рассказала наш проект и очень рада буду видеть всех вас вот рядышком с нами на этой большой сцене, в красивых нарядах, успешными, со своими чеками, со своими конференциями, поездками. Желаю вам удачи. Всем спасибо.